Рецепт приготовления очень популярного в Индии соуса для мясных блюд, без которых невозможен по-настоящему шикарный обед. Пряный и ароматный чатни, главный компонент которого чеснок, станет частым гостем на вашем столе, стоит вам единожды приготовить его, острый и пикантный на вкус соус, приготовленный лично вами. Даже обычную жареную курицу или кусочек отварной говядины превратят в шедевр. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Для начала нужно потереть на мелкой терке кокос. Если вы не можете достать сушеный продукт, воспользуйтесь готовой кокосовой стружкой, ее нужно взять один пакетик. 2. Чеснок тщательно очистить и смешать с готовой кокосовой стружкой. 3. Семена кориандра слегка прокалить на сухой разогретой сковородке и тоже добавить их в кокосовую стружку. 4. Добавьте в смесь красный молотый перец и соль по вкусу. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Миксером с режущими лопастями или кухонным комбайном перемелите полученную смесь, не нужно смешивать ее слишком сильно, конечный продукт должен быть слегка неоднородным, его нужно перелить в стерильную банку и хранить в холодильнике, используя по мере надобности. Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Сушеного кокоса, 1/2 штуки, чеснока, 1 стакан, семян кориандра, 1/2 стакана, красного перца, 3 столовые ложки, соль, по вкусу, количество порций, 10-12. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. До свидания, друзья!